Всем привет! С вами Хвост Ньюс. Сегодня мы поговорим о том, почему нашим домашним животным вредно давать соленые продукты. Вот вроде бы все про это знают. Соленое давать животным нельзя. Но то и дело пытаются угостить кошку вяленой воблой, а пёселя московским сервелатом. Мы думаем, что владельцы питомцев так делают от желания их порадовать и от незнания последствий. В этом видео мы постараемся доходчиво разъяснить, почему не нужно давать домашним животным соленую еду. Соль необходима живому организму для обеспечения правильной работы. Она нужна и нам, и нашим питомцам. Однако необходимое количество соли наши питомцы получают из качественного корма. Она присутствует в составе. И из натуральной пищи, если диета сбалансирована. Почему же нельзя давать соленые вкусняшки со стола человека? Давайте обозначим несколько самых распространенных последствий чрезмерного употребления соли. Болезнь почек и мочекаменная болезнь. Заболевание глаз, внутриглазное давление, катаракта. Отечность конечностей и век. Остеопороз, болезни костей и суставов. Апатия и потеря аппетита. Обезвоживание организма и гибель животного. Конечно, всегда найдется аргумент соседки Галины Ивановны, кошка которой жила на даче и ежедневно ела маринованную селедку, долакомилась жареной в специях курочкой. И ведь 17 лет прожила, скажет вам соседка Галина Ивановна. Только дожила до седин эта кошка скорее вопреки, а не благодаря. Давайте будем осознанно кормить наших домашних животных и консультироваться с ветеринарными врачами. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Хвост Ньюс. До скорых встреч!